Здравствуйте, Мелисса Премудрая. Здравствуйте, люди добрые. Сейчас нам с вами надо позвать моего домового. Он у меня просто так не приходит. Его надо специальным заклинанием вызывать. Защити нас своей силой рвением. Защити нас своей силой рвением. Чтоб водой не затопиться. Чтоб водой не затопиться. Чтоб огнем не запалиться. Чтоб огнем не запалиться. Чтоб достатка не лишиться. Сейчас надо будет будить моего домового. Давайте шумим. Не красавица! А вот это не ты, я мульник! Голодные москвичи! Ну не обязательно! Альбоя поджигает нашу мишку! Ваша задача разделиться на 5 команд по 6 человек! Делимся в команде, должно быть 6 человек! Приготовим всем нам щей из полезных овощей. Суп был очень вкусный, положил в него капусту. И лучка совсем немножко. Размешаю щи я ложкой, посолю и покручу. Ох, и щи сварить хочу. И морковку, и картошку положу я понемножку. Много нужно овощей для полезных, вкусных щей. Возвратилась я на славу. Голова бела, кудрява, кто любит щи, меня обнюхает. Как у бабушки на грядке вырос овощ очень сладкий. Приведем мы тренировку, кто быстрее сгрызет морковку. У меня сорвали и томатом обозвали. Что за шутки, что за вздор? Я веселый помидор. Скоможется атласный кустор. На грядке светофор. Это светит ярко красный. Сочный, спелый помидор. Самый главный овощ. Расскажу вам по секрету. С этим овощем рецептом, как загадок и ответ, были тысячи, наверное. И все необыкновенные. Жертва я ужасный кмук, ненавижу резать лук. Щиплет он мне нос, глаза, все лицо уже в слезах. Вишки, овощи и фрукты – это лучшие продукты. Вас спасут от всех болезней, от вкуснее и болезней. Подружитесь с овощами и салатами, и щами. Витаминов в них не счесть. Значит, это надо съесть. Щи – наша радость наша. Потрудились от души, будем есть сейчас мы щи. Стал слабым, хмурым и худым. Съешь тарелку щей. Зарядись энергией овощей! Василиса играет в русский народ. Ура!
дерево обидит, чем дом пустых пустых. Подкармливались, а также при огне никогда не ссорились, не ругались. Всячески старались его ни в коем случае не обидеть. И вот сейчас давайте мы с вами представим, что наша изба – это большая-большая печка. Вытягивайте все руки вперед. Смотрите, покажу на другом листочке. Да, хорошо. Ваши ручки – это блинчики, они пекутся в печи. Я злой огонечек, меня давно никто не задабривал, никто мне не подкармливал. Я буду стараться подпалить ваши блинчики, а вы их должны от меня прятать. Ух, спасибо. Все готовы? Да. Ну как? Нет, блинчики не пошариваются специально, они должны наоборот прятаться. Печки разные на свете, есть голданки, есть плитой, европейские камины, но нет лучше печки той, что стоит, как королева посреди избы родной. Накормит и согреет, и подлечит, коль больной. Аре, зима крутая, дом без печки – сирота. Не заваришь даже чая, щей не сваришь никогда. Грели на лежанках этих свои гости старички. А за печкой жил сверчок, сам такой же старичок. И жил народ честной с русской печью. Очень нужно русской печи памятник поставить вечный.